по московскому, и мы прибываем в Самару. Сейчас я немножко еще, может, отдохну, потому что мы тут где-то часа два почти стоим. Но все-таки схожу прогуляться, там какой-то дождик идет. Поэтому пока мест выходить неохота, но я думаю, часик отдохну, и он закончится, и я пойду прогуляюсь. Ну так, по вокзалу немного, по Самарскому. Что-то не спится ни хрена, я сейчас полчасика попробовал поспать. Что-то не хочется, и там солнышко вышло. Пойдем погуляем. Локомотив нам поменяли за ночь. Ну или здесь нам его поменяли, я уж не знаю. Вот он, мой вагон. И сейчас туда прогуляемся, в ту сторону. Может, в сам вокзал зайдем, глянем. Утро ведущего ЮРТВ начинается в Самаре, а закончится оно уже в Челябинской области. Это мне напоминает тот случай, когда в Болгарию так приехал, тоже была стоянка долгая. Ну помните, съехал с Греции-то в Румынию. Смотри, путешествие, погнали. Я не помню, была там эта красная надпись или не было. Вокзал здесь знатный, да. Но вообще так в народе этот вокзал не очень любят. Его еще даже прозвали конец Льва Толстого. Ну потому что там улица Льва Толстого заканчивается, и он сам типа как конец. Ну вы поняли. По мне так интересный вокзал. Как бы не в каждом городе ты такие встретишь. Пройдя по длинному переходу, попадаю на привокзальную площадь. Вот там она начинается. Еще охранник сказал, что обратно уже не пустят. Надо будет заходить на вокзал и как-то там поверху обходить. По нашему-то времени сейчас 7:47, а по местному уже 8:47, здесь на час больше, поэтому жизнь кипит уже вовсю. Вот он, собственно, сам вокзал. А летом я здесь еще не бывал. А везде запахи доносятся. Но мне сейчас завтрак принесут после Самары. Я вчера заказывал по полной, так сказать. С вагона ресторана беру все, что можно. И завтрак, и обед, и ужин. Канал ЮРТВ. Смотри путешествия в Самаре. Сейчас я хочу здесь пройтись, посмотреть, что вообще продают. Может, что-нибудь испить, купить, потому что минералка-то не вечная. Ну и, может, наушнички новые присмотрю, а то что-то те у меня совсем поистрепались. Всякие пирожки, беляши продают, куры гриль. Ну, короче, если вы, например, в Самаре, у вас долгая стоянка, и вы здесь выйдете, то можно затариться по полной вообще, не той поезд. Вот, мохитушку наливают всего за 20 рублей за стаканчик, а есть еще и за 15. Все дешево. Вот мое любимое, это, блин, моя прелесть. Пельмени от Палыча, мои любимые, реально, они же в Самаре производятся. Жалко не пожрать. Это вроде как обычно их в пачке продают, или там ждать надо, я, наверное, не успею. Или зайти, может, пожрать. Я сейчас это допью, зайду в трактир, посмотрю, может, дадут. Эти вареные-то, я потому что не знаю, в каком виде там дают. То я бы пожрал, очень давно их не жрал, эти от Палыча пельмени-то. Блин, они только с 9 работают, а сейчас без 7-9. Не, ну хотя, смотрите, у меня в 50 минут отправления, я за 50 минут успею пельмеши вкусить свои любимые. Короче, они откроются, я им обрисую, что у меня поезд 8:50. Там успеют, не успеют, блин, очень хочется этих пельменей пожрать. И МТС с 9, ну короче, все с 9. Вот тут только KFC вроде работает. Смотрите, такие троллейбусы старенькие ходят. Я от вокзала уже настолько отошел, ну немного отошел вообще. Короче, с вокзала выходишь, тут вообще все радости жизни, всем можно затариться. И бухлишком, и едой, и пельмешей похавать. Но, блин, сука, пока в 8 утра еще ничего нельзя это сделать. Ой, ну все, тут уже ничего нету особо, не туда меня понесло. Какой-то секонд-хенд и все. И так прикольно, едешь на поезде уже, как вторая ночь прошла, просыпаешься с утра, так сказать, проснулся, жопу почесал, вышел в Самаре, прогулялся, потом дальше поехал. Интересная жизнь началась, поездатая. Смотрите, все работает, я сейчас заказал пельмени, те самые свои любимые, сейчас поем, вспомню вкус. Сейчас время у нас 8 часов, ну по местному 9. Так что успею на поезд, у меня 8:50, а по местному 9:50 поезд. Смотрите, пельмеши, сейчас попробуем. Те самые, наверное. Действительно те самые. Очень горячие, но вкус тот самый, реально. Что, последний остался? Как бы я не спешил, можно было бы прям вкушать. Кстати, посмаковать, насладиться так по-буренькому. Закинул, вспомнил вкус и все. Тут у них, смотрите, Яндекс и Деливари есть. Жил бы в Самаре, каждый день бы заказывал. Ну, а прямо по курсу вокзал. До поезда остается 20 минут, так что я успел. Блин, ну я рот обжег весь, пока вот это вот вкушал, потому что там бульон, это вот такой горяченький, он не дает им остыть. Но все-таки оно того стоило. Я не ожидал, что прям в Самаре выйду, и мне тут доведется моих любимых пельмешей вкусить. Хоть вкус вспомнить-то. Да радостно. Хорошо утро началось. Вот смотрите, тут такое сердечко сделали. Так, ну мой поезд все там же. На 10-м пути. Без маски на вокзал тут не пускают, но у меня хорошо с собой есть. Посмотрите, так тут просторненько. Так, где тут выход на 10-й путь-то? Какой-то вокзал вообще строгий. Без масок не пускают, на входе такой контроль. И чтобы сюда вот на этот мост пройти, тоже надо типа паспорт и билет показывать. Но я охраннику сказал, что я просто ж погулять вышел, у меня билета нету с собой. Просто паспорт посмотрел и пропустил. Ну, это, кстати, лайфхак. Если хотите пройти, у вас нету билета, скажите, что вы типа с поезда вышли погулять. И вас пропустят. Он же никак это не проверит. Вот такой здесь мост над путями. Ну, вообще, я бы мог и на телефоне свой билет показать, если бы вы так не поверили, что я вышел погулять просто с поезда. Хорошо, что у меня маска с собой есть, а то, представляете, так вышли с поезда погулять, а потом обратно без маски не пустят. Потому что обратно только через вокзал. А на вокзал здесь без маски нельзя. У нас в Сочи, кстати, пускают нормально. Но вообще в каждом регионе насчет масок свои порядки, поэтому я ее на всякий случай с собой ношу всегда. Ну вот и мой вагон в зоне видимости. До отправления 10 минут я успел и пожрать, и прогуляться, и вернуться. Уже чем-то круиз напоминает. Взял по городу, погулял, поел и в родное купе. А меня здесь еще завтрак ждет. А там дождь начинается вроде. Доброе утро. Доброе утро. Хлебушек, колбаска. Такой, знаете, нормальный, такой приличный завтрак. То, что вот на свинотавре обычно дают, да, в отеле. Такое же обычно и вкушаю. Но у меня самый первый завтрак был пельмеши, просто я не смог удержаться, чтобы не попробовать тех самых. И они действительно оказались те самые. Вторая часть рубрики «Хочу пожрать», бупейная. Даже в холодильник не влезает. Товарняк. Какой у меня сытый утро сегодня. И пельмеши, и яичница, и колбаска. И все сразу. Все за 500 рублей. На пельмени за 300 в городе, и завтрак вот это за 200 в поезде. Богато-богато. Утро начинается. Я еще ничего не умылся, нифига. Линзы не одел. Как проснулся, глаза открыл, вот эту одежду напялил и пошел в город. Как истинный путешественник. Обычно людям что там надо встать, там что-то прихорошиться, накраситься, причесаться, зубы почистить. Нет, ничего не надо. Я сразу взял одежду, одел и пошел. Ну, сейчас сортир откроют или уже открыли. Схожу. Такой узор на заборе интересный. Метрополитен напоминает, вот старенькие вагоны эти номерные. Я себя чувствую вообще, как будто депутат по стране поехал, так сказать, путешествовать. Вот как депутат. Кормят, отдельная купешка, кое-где иногда встречают. Удобно, удобно. Лухари, не то, что я в плацкарте до этого ехал, до Владивостока. Он еще заметил, галочку какую-то поставили на эту посудину, типа, что, одобрено ревизору или что? Или проголосовали, типа, выборы сделали. Что-то этот забор меня уже подбешивать начинает. Вот обычно едешь в деревню любую, чтобы забор мешается. Видимо, жители этих домов тоже бесила железная дорога, и они решили, что надо отгородиться. Что-то сортировочное, наверное. Видали, сколько путей. Я проеду вообще по неизведанным для себя местам, по Башкортостану. Вот в Уфе вообще ни разу не проезжал, ни ночью, ни днем, вообще никогда я там не был физически. Вот. А также проедем печально известный 1710 километр, где произошла самая страшная железнодорожная катастрофа вообще в истории СССР и России. Там реально очень много человек погибло. А самое страшное было читать, как они погибли. Просто в поезде ночью ехали, а потом просто заживо реально сгорели, а кто-то еще даже не сразу. То есть там большая часть они даже не то чтобы сразу прям вот взяли и умерли без мучения. Они там, получается, сильно-сильно обгорели и умирали уже по пути в больницу. И вообще очень страшно было читать. И на эту тему смотрел фильм, там тоже очень страшные кадры. Это прям как, не знаю, как ад на земле реально получился. Но потом поподробнее расскажу, будет проезжать это место. Меня вообще это очень сильно впечатлило. Я как бы раньше знал, что вот эта катастрофа имела место быть. И раньше, где-то несколько лет назад я об этом узнал. А сейчас мне зрители сказали, что я именно там и проеду. Я посмотрел действительно тот самый 1710 километр будет на моем пути сегодня. Я даже вчера пересчитал немного, пересмотрел то, что раньше до этого знал. Все увидим своими глазами, прям по тому самому месту проедем. Даже как-то жутко становится от осознания этого факта. я в такой интересной местности. Там, видите, гора вдалеке. Ну, тут как горы-то Жигулевские называются, такие невысокие. Но все-таки какие-никакие горы. Просто так, возвышенности. Все равно красиво. Интересное происходит. Нагородили. Полиция стоит, какие-то люди с вещами. Непонятно. Странная станция была. Ну, вернее, то, что там происходило, что-то. Какие-то барьеры поставили, что-то полиция, какие-то люди с сумками. Непонятно. Аккумуляторы от ГПРы, сразу два оригинальных аккумулятора сейчас как раз таки сдохли, вот их настолько хватило на 2 дня, получается нормально. А я тут заварил чаек, доширак я не хаваю, а чаек все еще пью, так что нельзя сказать теперь, что доширак и чаек у меня на обед, только чаек и что-то изысканное. Надо гимн новый делать для ЮРТВ, тут уже не канает старый, который поезд купе ЮРТВ. все едем по Самарской области. Станция Пухвистнево называется, я такую даже не знал. Все Куйбышевской железной дорогой идет. Куйбышевым называлась, вот поэтому и дорога Куйбышевская. Так же, как около Екатеринбурга, Свердловская железная дорога. Тоже по прежнему названию города. Как бы города переименовали, а железной дороги нет. Нифига неправильно сказал, это пока еще не Башкортостан, а Оренбургская область. Я сейчас смс-очка-то пришла на телефон, а потом я глянул по карте, оказывается, действительно. Ну тут так, кусочек Оренбургской области, потом будет уже Башкортостан. минут, обедов и еще пару часов проехав, я попаду в Уфу. Прогуляемся. Станцию Абдулино, такая довольно крупная станция, но мы здесь, по-моему, даже не останавливаемся, а так проезжаем просто. Мне тут как раз-таки обед принесли. Прям как в песенке. Вчера-то котлетки были с макарошками, а сегодня будут с пюрешкой. Смотрите. А суп только борщ. Вчера был лапша с курицей. Вот видите, разнообразно кормят, разнообразно. Сейчас будем все вкушать. А все-таки мы в Абдулино останавливаемся только где-то за станцией. Ну, типа техническая остановка какая-то. Со сметаной, со всеми делами. Уже поехали. Горячий. Нормально, только очень горячий. Мне еще рот даже от пельменей не отошел. Да ты поторопись. Нормальный здесь, так сказать, полный пансион. Теперь просто спрашивают, во сколько приносить. Уже знают, что буду. Постоянным клиентом заделался. Скатерочка борщом загадилась. Вот от борща пятнище, тут от чая. Страшно подумать, что в конце дороги будет с этой скатертью. И все равно же каждый весь стирают, наверное. После обеденный чаек, как всегда. Телефон у меня почти сдох, но зато гопроху я зарядил оба аккумулятора оригинальных. Да, сейчас на китайском работает. Пишет, кстати, на китайском, что вроде как не все возможности можно будет использовать, но я пока не нашел такие возможности, которые она бы не воспроизводила на китайском аккумуляторе. Но лучше снимать на оригинальных. Просто я купил 2 оригинальных и 3 китайских. после обеда вырубился. Не знаю, что я проспал, не проспал. Но посмотрим сейчас, сколько время хоть. Как в детском садике, короче, у меня. Проснулся, позавтракал, погулял, пообедал. И спать. И видно будет, где это мы. Это станция Раевка, значит, я где-то час всего поспал. Ну, прошлую станцию проспал и все. А, Ксакова она, что ли, называлась. Ну и сейчас мы уже в Башкирии, товарищи. Станция Абдулино, это уже заканчивалась Оренбургская область, когда, помните, мне обед принесли. Заканчивал обедать я уже, мы в Башкирию въехали, и сейчас мы уже по ней едем, а вечерком будет уже Челябинская область, уже Южный Урал. эти сутки моего путешествия, и я в Башкортостане. Потому что я в 14 с чем-то, получается, стартанул в Сочи. А сейчас у нас время 15:27, ну это по московскому, по местному уже 16:27, по-моему. А потом уж вечером будет на 2 часа больше, чем по нашему времени. То есть там получается уральское время, то московское +2. И, зайчики, вставать и ложиться надо будет все раньше. прибываем в Уфу. Эта река вроде Белая называется, впадает в Каму. А Кама уже дальше Волга. Ну что, товарищи, с прибытием меня в новый для меня город. Это Уфа, столица республики Башкортостан. Сейчас мы тут пройдемся до вокзала, посмотрим, что тут вообще продают, почем. Надо бы водички купить. Смотрите, тут на русском, на башкирском написано Уфа. Вообще буквы такие непонятные. Даже не знаю, как читается. ЮРТВ, смотри, путешествую в Уфе. Вокзальное селфи. А тут вообще видно было, не знаю, не видно. В сам город выйти, наверное, не успею. Потому что стоянка тут осталась что-то минут 30. А там опять, наверное, будут эти досмотры. Там что-то маску искать, одевать опять. Но думаю, нафиг оно надо. А так я хотел наушники себе купить, а в Самаре так и не успел это сделать. Такой тут вокзал. А вон там поезд Тюмень-Махачкала, что ли, его объявляли, как-то так. Точно не запомнил я. Пу-пу-пум. Зацените еще какой купол интересный. Так, ну что, я себе тут питье купил. А, кстати, слышите, вот на башкирском объявляют. На татарский похоже немного как-то. Вот я в купешку все занес, так сказать. Теперь можно прогуляться. Самый вперед поезда, где нет людей. Эту станцию, так сказать, заценить. Туда мы сейчас и поедем дальше. Неизведанная даль. Электровозик, кстати, смотрите, Барабинск написано. Он как издалека-то оказывается. Значит, до Барабинска он точно нас повезет, а то и дальше. А вот оно, мое купе, прям с улицы вид. Так вот я и еду. Мое купе, потом сортир, а потом сразу локомотив. Ну что, прогулялись в Уфе, едем дальше, а дальше у нас станция Аша по расписанию. И вот перед Ашой будет как раз тот самый печально известный 1710 километр. Надо не пропустить, заснять вам хотя бы памятнику, с этой стороны будет. Остается позади нас, там, судя по кранам, порт какой-то. к сожалению, почему-то навигатор не работает, поэтому я не смогу отследить по карте, когда мы будем приближаться к тому самому месту, про которое я говорил, месту катастрофы. Но придется вот так отслеживать, тут платформы как бы называются, там 1700 какой-то километр. Вот и будем смотреть там, как по мере приближения это отслеживать. Ну и карта у меня есть все равно. Я смотрю, какая станция, и ближайшие к ней уже видно. Только так. А вот чтоб меня на карте стрелочки показывало, такого что-то не срабатывает у меня. Ну уже темнеет. Не очень насыщенный вкус. Вообще это не местный, а питерский, я на нем почитал. С Питера привезенный сюда, а потом поехавший со мной дальше. Хотя не, это фирма питерская, а изготовлен в Стерлитамаке. Стерлитамак мы не проезжали. Если от Уфы на юг резко уйти, то там будет Стерлитамак, здесь в Башкортостане. Лимонад Стерлитамакской. Я все время, когда в поезде еду, читаю, что где произведено. Просто интересно, какой путь проделал та или иная бутылка, та или иная закуска, и куда она дальше поедет. Вечер в хату приходит, так сказать. Вот оно, окошечко открытое здесь, через которое поснимать можно, я его не замечал раньше. Вечер в хату, часик в радость, чефирок в сладость. Интересного у меня было времяпрепровождения, ну и вам тоже не скучать перед экранами своих гаджетов до телевизоров. Так, что это, какой километр-то был? Блин, я не успел посмотреть. Надо название станции следить, отслеживать, потому что я сказал уже, надо не пропустить то самое место. Но для тех, кто не знает, скажу, о чем речь, что за место мы пытаемся сейчас увидеть. Именно вот в этих местах в ночь с 3 на 4 июня 1989 года произошла очень страшная катастрофа, крупнейшая катастрофа на сухопутном транспорте вообще в истории. Навстречу друг другу шли два поезда: Новосибирск Адлер и Адлер Новосибирск, соответственно. Оба опаздывали где-то часа на полтора и встретились в определенной точке, а именно на 1710 километре Транссибирской магистрали, по которой мы сейчас едем. А там проходил трубопровод, ну, там продуктопровод, как его называют. Но дело в том, что там образовалась пробоина в результате удара экскаватором. Стал выходить газ потихоньку и скапливаться, а там такая низменность. Вот, то есть в этой ямке газ скопился, взрывоопасный. Он там накапливался, накапливался, всем было по барабану. Как я читал, диспетчер вот этого газопровода, он просто увеличил давление, когда увидел, что давление упало. То есть газ стал выделяться еще сильнее. Скапливаться стал интенсивнее, там уже такая плотность была довольно большая уже. Так, это мне здесь еду принесли, вот смотрите, ужин. Ну, продолжим рассказывать. Машинисты проезжающих поездов чувствовали запах газа, даже было видно вот это облако. Докладывали диспетчерам, но как бы этому никто не придавал значения. Так, опять не успел посмотреть, что за километр-то. Вот. И получается, ночью уже, когда все пассажиры спокойно, мирно легли спать, два этих поезда именно на этом участке встретились: Адлер-Новосибирск и Новосибирск-Адлер. И там есть разные версии: либо была искра от пантографа, либо от колеса была искра, либо просто кто-то сигарету в окно выкинул. Ну, в общем, так или иначе возникла искра или при торможении, и газ, естественно, взорвался. Был сильнейший взрыв, сопоставимый по мощности с ядерными. Поднялся очень большой столб огня, сразу же там температура достигла 1000 градусов по Цельсию в месте вот этого взрыва. Вагоны все раскидало, покорежило, ну, там все вагоны какие-то были просто вот разворочены, сразу же выгорели, какие-то потом тоже загорелись снаружи, потом и внутри. Людей всех там вот сколько там было, 1200 человек примерно, 575 погибли, остальные там большинство остались инвалидами уже после этого, ну, потому что там обгорела большая часть тела у всех. Короче, там начался, можно сказать, ад на земле. И главное, что помощи ждать-то было неоткуда, там места глухие, труднодоступные. Как бы и не сразу обнаружили, что вот это был взрыв, подумали, что кто-то подумал, что война началась, кто-то подумал, что какое-то оружие испытывают. То есть люди не понимали, что происходит вообще. Ну, короче, очень страшно было это все смотреть даже. Рассказывай, слушать это все. Сейчас мы это место проедем, воочию узрим, так сказать, побываем на том самом месте. Кстати, что мне там на ужин-то принесли? О, опять яичница и с овощами. Говорят, уже в ресторане ничего не осталось почти. И яичницы нет, и овощей почти нет, я походу все съем. Меня не прокормит ни один вагон и ресторан. Короче, сейчас мы это место выследим, я вам его сниму и приступим к трапезе. Я думаю, меня попозже принесут. Километр пока что. Самое это страшное то, что кто-то сразу сгорел, а кто-то еще долго мучился, потому что ну так обгорели, кому-то что-то там отрубило, и они потом еще в лес как-то выпирались, а касаться они ничего не могли, потому что были обгоревшие. То есть вот кто их спасал, как бы рассказывали, что их брали вот за подмышки, потому что только подмышками было не обожжено. Сами они не идти не могли, их нести тоже не могли, потому что они были обгоревшие полностью. Шматки кожи большие свисали. Ну, короче, там вообще как любой фильм ужасов, отдыхает нервно, курит в сторонке по сравнению с тем, что было там в реальности. Так что, кому интересно, на ютубе можете посмотреть, там про это много фильмов документальных снято. Я вам так в общих чертах обрисовал. Помните, я всегда говорил за границей там или даже в Беларуси. Это же не такая уж и за граница, но все же. Нигде не нужны паспортные данные, чтобы в поезд сесть. Там просто покупаешь билет и едешь. Там только если за границу едешь, то нужны паспортные данные. А у нас вот обязательно, вот, когда внутри страны едешь, нужно паспорт показывать, обязательно там в билет паспортные данные вносятся. И я вот прочитал, что сделано было это именно после этой самой катастрофы, потому что там многих людей не могли опознать. Там просто вот, ну, останки, говорю, не опознаны, просто какие-то вещи обгоревшие были, фрагменты тел. Ну и, так сказать, чтобы можно было потом опознать, кто ехал, там какие люди вообще были в поезде. И ввели вот эту вот систему по паспорту билетов продавать. Я вот это не знал, кстати, до сегодняшнего дня. Да. Так что именно этой катастрофе вы обязаны тем, что теперь постоянно нужно паспорт показывать при посадке в поезд в России. таблички с указателем не было, что за станция. Никак не доедем. Сейчас стемнеет, ничего не увидим. Там памятник какой-то, говорят мне зрители. Зырить надо, заснять. И вообще само это место интересно было бы увидеть воочию, так сказать. Сам этот овраг, где все эти газы скопились. Но там даже не только памятник, там сама платформа 1710 километр появилась после этой катастрофы. Раньше ее не было. Станция Лугу-Теляк. Вот дежурная этой станции увидела этот столб пламени, начала вызывать помощь, а тут еще стояли составы с горючим. Их стали отгонять тоже подальше немного. Еще вроде как такое было, что отсюда направили локомотив туда, к месту происшествия, и он вывозил раненых. Ну, кто помещался, так несколько заходов делал. Ну и как видите, деревенька такая маленькая. Тут всего 2 скорых было, их туда отправили. Хотя еще даже не знали, что толком-то произошло. Вот отсюда начинается этот самый перегон. Перегон Лугу-Теляк, Аша. Скоро мы подъедем к самому месту происшествия. Тут вот местные жители тоже были задействованы в спасательной операции, как бы. Не хватало скорых, и местные жители тоже помогали в добровольных началах, тоже помогали вывозить раненых, оказывали помощь, кто какую мог. Потом только подоспели там вертолеты и все остальное, спецтехника. Даже навигация заработала немного. Вот смотрите, 1705 сейчас будет километр. Вот еще одна платформа и 1710. Ну вот сейчас где-то здесь будет это самое место катастрофы. необглоданный памятник. И платформа 1710 километр. Думаю, это самое место катастрофы. Еще такие, видели, скамейки с грибками поставлены, видимо, для поминок. Смотрели место аварии. Значит, товарняк все закрыл. Это еще мне повезло, что товарняк проехал чуть попозже. Он мог бы нам весь обзор загородить. Ну что, все, вот просили меня, показал я вам это место трагедии. Как-то мы его так быстро проехали, я даже камеру сфокусировать не успел, толком ничего разглядеть. Прибываем на станцию Аша, это уже Челябинская область, это такой, знаете, так сказать, аппендикс Челябинской области, врезающийся в Башкирию. Так что Башкирию мы покидаем под вечер. Довольно долго едем до Аши. В самой Аше, кстати, этим взрывом стекла выбило у некоторых домов. Вы представляете, какой был силы взрыв? Просто офигеть можно. Там горы вдалеке видны уже. Кажись, мы уже въехали в Челябинскую область. Завтра с утра будет Курган, потом днем Казахстан и Омск. Хотя, по-моему, Омск будет уже вечером. Так что завтра мы доедем до Сибири. Но теперь из-за коронавируса поезда в Казахстане вообще не останавливаются. Я посмотрел, остановок в Казахстане нет. Теле2 приветствует вас в Челябинской области. А в Башкирии что-то не поприветствовал. Мегафон тоже вообще не приветствует, но у меня такой тариф мегафоновский, что ему по барабану какой регион. Везде все одинаковые условия. И звонить можно, и интернетом пользоваться безлимитно. Не, ну звонки не безлимитные, там 800 минут что ли на месяц, а интернет безлимитный. Поздно вышел из купе, не успел вам заснять Ашу. А то смотрю, тут товарники. Вокзал-то проехали уже. Ох, полез я в закрома. Чем я полез, вы сейчас увидите. Оба. Помните, если стрим смотрели, Леха с Нижнего Новгорода подогнал. Сейчас будем это пробовать. Это выглядит богато и послито в обычную бутылку эдельвейса. Но это айвовый самогон 35-градусной выдержки. Обычный айвовый самогон. Полезная штука, укрепляет сосуды. Чего, кто гнал-то? Это гнала... Как там? Это гнала подруга моей бабушки. Я к ней ездил в ноябре. Она мне отлила 1 литр самогона. Половину я оставил себе, чтобы испробовать. Вещь, кстати, очень хорошая. Я честно, ее всегда, вот когда совсем-совсем... не очень состояние, настроение плохое, вот чуть-чуть. Вот она, кстати, отлично заходит, она... Я помню, что когда я ее пил, она нифига не ждет. Это вот самое интересное в самогоне, понюхать. Я не знаю, пахнет айвой или нет, но... Это не единственный сюрприз, который у меня под шконочкой хранится в рюкзаке. Там еще много всего припасено. Но это в знак начала поездки, так сказать. Сейчас отправимся. Вот у нас есть в Сочи станция Аше, а это станция Аша. Так по WhatsApp звонить, как Ешота. Я ВКонтакте еще голосовое записывал, это не вам, дорогие зрители. Так по WhatsApp звонишь и в экране мою рожу показываешь, как по-деревенски-то. Телефоном в экран тычешь, и все видят, что я вот еду такой типа, и вот я базарю. Или можно обычный звонок, чтобы я позвонил, потому что у меня звонки халявные, можно без видео, а он везде ловит практически. Топовая услуга — звонок царю, только это и будут заказывать. Смотрите, какие горы интересные, я уже вам, дорогие зрители, говорю. Южный Урал начинается. Так интересно ловит, то 4G и все палки, а то сразу ни хрена резко, а то потом опять 4G. Тут вот видите, гора закрывает, а потом гора открывает эту вышку, и соответственно связь также меняется резко. В качестве визуального оформления этого вечера выступают южноуральские горы, Южный Урал. В качестве пищи выступает еда свободного ресторана. Ох ты, как я сурово открыл. А в качестве приятного скрашивания вечера самогоночка, которую поставил мне сам Леха с Нижнего Новгорода на эфире, прям вы помните. Попробуем сегодня это айвовое или айвовое, как правильно говорится. Я не знаю, но я ее нюхал уже. Интересный вкус должен быть. Кстати, колбаска другая, не такая, как на завтрак. Так что сейчас будем и вкушать, и употреблять. Знак начала поездки, потому что сначала, я, помните, говорил, мне как бы не здоровилось, я принимал антибиотики. Вчера я просто отдыхал от всего, ну потому что организм должен отдохнуть. А сегодня я уже чувствую, что здоров и готов. Ну, товарищи, за поездку новую. Пусть будет она не хреновой. благодаря вам, донатерам, вы это все лицезреете. Я здесь вот еду, тоже эти горы вижу. Красиво. За донатеров. Поляна. О, горы, ля, какие вообще, реально. Ну что, продолжу трапезу пока без вас, а то вы не любите это смотреть. Да, в плацкарте так не посидишь. Там либо пей так, что никто не видел, либо пиздуй в вагон-ресторан. Третьего не дано. Но у нас личное купе ЮРТВ, так что выпьем за ЮРТВ, чтобы канал дальше радовал вас с новыми видосами, поездочки продолжались и рост нашего канала увеличивался с каждым годом. За ЮРТВ. Скалы, дорогие зрители, смотрите, там и фонарики какие-то внизу, это что-то, какие-то выработки чего-то, какой-то щебенки или что-то такого. Камень добывают. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Аппарат себе хату оборудовал, как вообще ночной клуб. Там все у него светомузычка, дымы и все такое. Сегодня у него будет эфирушка первая без царя прям. Так что пожелаем ему удачи и пожелаем, чтобы мои эфиры тоже были денежными. Поэтому выпьем за эфиры богатые, ядреные и ладные. Реченька, нифига себе. Реально, это горная реченька. Сейчас подождем пока. Попозже выпьем. А уже и не видно ни шиша. Смотрите, тут реченька, там туман. Блин, реально я как в сказку попал. Как красиво, оказывается, в Челябинской области. Никогда бы не подумал. Короче, за эфиры богатые и донаты знатные. И сделал я себе более романтическую обстановку. Загасил большой свет. Теперь с нами только горы, самогоночка и загусончик. То темнеет там уже, и горы не видать почти становится при большом-то свете. Но когда ты едешь один в купешке, это не проблема. Не надо делиться с попутчиками самогоном, а если попутчики не пьющие, они ругаться и не будут. Ну, просто вообще попутчиков нет, и нет и проблем. Просто отдыхаешь и все. Твоя хата на поезде есть, так сказать, как каюта на корабле. Хочется, чтобы круизушка состоялась. Поэтому следующий тост будет за круиз интересный в места неизвестные. 5 остановка, 1-5 остановка. Чего до меня, чего ты прошел на перегоне? И раз дежурный сигнал слушаю, кто зовет? Чем темнее за окном, тем красивее виды. Это реально прям такая дымка туманная над горами. Также прям резко после Аши начались горы, а до Аши было такое обычное пространство российское. Были там, конечно, красивые просторы, но не настолько, как сейчас. Сейчас вот он, Южный Урал. О, открылся вид. Наконец-то. Впереди вот, да, вообще все в тумане. Это неизведанное, таинственное. Продолжаем отмечать начало поездочки. Что же, горы так особо и не видно. А следующий тост будет не за, а будет против. Против коронавируса, чтобы он прошел быстрее, чтобы эта вся пандемия, это вот вся вот, не то чтобы сам вирус, а вся вот эта вот херня, которая с ним связана, все эти вот запреты, ограничения, чтобы поскорее прошли и зажили мы спокойно, и ездили мы за границу, как раньше, и чтобы не надо было там везде всякую вот, приду и там маску, перчатку, все это такое, потому что в Самаре на вокзале там что, маску одеваешь на входе, потом ты ее можешь снимать и все, и ходить по вокзалу также. Их заставили там смотреть, чтобы все маску одевали. Вот все одевают. Так что против коронавируса тост. Обычно что тосты за говорят, а я говорю тост против. Так, там уже вообще почти ничего не видно. Ну что-то разглядеть можно все еще. Так, ну что, сейчас станция будет, половинку самогоночки я выпил. Пойдем погуляем, по-быренькому так на свежий воздух выйдем, а потом продолжим банкет. Сейчас заходили проводницы и механика поездной, но электромеханик, но они как бы ничего не сказали про самогонку, потому что я кое-чем их выручил, и поэтому они теперь ко мне добрые. Вот. Шо, свои люди везде. Мне теперь, так сказать, все мощно здесь. Подъезжаем к станции Кропачёво Челябинской области. А вот и Кропачёво. На 5-й путь прибываем. О, это что-то даже продается. Какой-то прям базар из станции сделали. Так, прогулочка на станции Кропачёво Челябинской области. Это тут темно слишком. Ну так, тут такая торговля небольшая идет. Свежо, так приятно прогуляться. Где квас, водичка, лимонад. Вот и все, что тут здесь продают, так сказать. Все, отправляемся. Станция такая темная, но воздух свежий какой. Мне прям приятно было здесь постоять, подышать. Дальше будут только короткие стоянки, поэтому выходить погулять я больше не буду. Продолжаем трапезу. Товарняк, я товарняк. За поезда интересные, виды чудесные. Чтоб нам всегда в поездах и вам, и мне ездилось интересно. И виды красивые были. Выпьем за то, чтобы среди вас, дорогие зрители, большинство нашло любимое дело. не впахивали на какой-нибудь работе, которая не нравится, а нашли дело своей жизни, вот как я, например. Люблю путешествовать и начал уже зарабатывать на этом, чего я вам желаю. Запустим. Все, финиш. Закуски нету. Остался только самогон. Так что самогоночку будем уже дальше без закусочки. Но зато есть чипсы. Есть чем закусить. Ой, совсем уже темно стало. Следующий наш тост — суровый Челябинский. За суровый Челябинск, чтоб он стоял. Чипсами уже закусываем. Так, теперь выпьем за то, чтобы в поездках у нас открывались новые горизонты. Такие места, которые я еще не посещал, как сегодня, например. Я там ни разу не был. Да и много где я еще ни разу не был. Так что давайте выпьем за горизонты новые. Интересные, нехреновые. Эх, жаль, за окном Уральских гор не видно. Но... Тогда за что выпьем? За свинотавры интересные. Кто не знает, свинотавр — это отдых буханский, такой пьянский, в Турции. Выпьем и за это. Чипсиную закусим. Хорошо было бы видос с окна зырить, но зырить уже нечего. Там видно лес, видно небо, больше ничего не видно. Ну и крайний тост за зырителей, которые дарят буханские напитки. Леха с Нижнего Новгорода, Марк с Краснодона. Ну и другие товарищи. За вас, дорогие зрители. Ну что, закончилась наша самогонка. Сейчас еще немного поотдыхаю, поотвисаю, да и можно спать ложиться, товарищи. И я набухался. Продолжение увидите в следующем видео. Если меня там кто встретит в Челябинске, тоже увидите это в следующем видео. Пока, всем пока, до новых встреч. Надо наш канал беречь. ВВС подавать, ёпта, 3, 4, 5. И мерч наш покупать. И лайки ставить, и подписываться. Увидите продолжение. Завтра у нас будет Урал и Сибирь, товарищи. Все, пока, товарищи. Включается, да. На ЮРТВ с тобой. Ты Ютуб открой. Царь там поездной. Вдаль зовет ехать. Якутия зовет, встречу там много невиданных красот. На поездах всем не ехать мне туда, а в купе бухлишка и еда. ЮРТВ в пути, ЮРТВ в пути, Поезд мой набирает ход. Может увести за круг полярный теплоход. Оленя ждет там арктический круиз. В Тикси с Якутска да по течению вниз. Вдаль унесет нас великая река. Припухнуть смогу я там слегка. ЮРТВ в пути, ЮРТВ в пути. Поезд мой набирает ход. Может увести за город полярный теплоход. Заканчивается. Ждите новых серий, подписывайтесь. Поездочка была знатной, интересной, много всего узнал. Ну и, конечно же, она была пьянско-буханской. Понравилась поездочка, так что смотрите ее 2 раза в неделю на ЮРТВ. Ёхарный бабай. Путешествует и пьет за вас вискарь. Пьяный Юрий, ЮРТВ, бессменный царь. Юрий Бородин, канала государь. Славься вечно, ЮРТВ, бессменный царь.